Забавно, кто-то шел и нашел штук 10 сразу. Чего? Да? Ну, видишь? Собрал, стругал, да, вот это серое. Видишь, вот так она желтая, да? Да. Это она сидела, червивая. Ты постругал свежую ножку, прям вот так потом. А что, они не берут свежую ножку? Не знаю, а. Вот они здесь. Там уже корица, но там порох можно выбрать. У меня скоро заканчивается место. Кто-то, может быть, даже сегодня утром шел. Или вчера. Мы любим ходить ночью на ремонт. У меня такое чувство, что канал пропахали еще раз. По порогам по ней проехали. Так хорошо ехать. А вот то, что вправо уходит, там она более накатана. Она накатана, но она дальше вся заросшая. А это такая вот... Ее, похоже, прокатали буквально... Но мы здесь ездили, может, месяца два назад по ней. А та уже просто утрамбовалась под снегом. Погода портится, да, сильно. Мы, наверное, не поедем в Лукину, мы сейчас вставать его посмотрим, мостик монастырь. Ага. Перекусим по-быстрому чуть-чуть и едем по асфальту домой. Все, погоди. Более грибов реально много. Ну они вон торчат, вон их там. Где торчат, да? Ого. Вот это не они. Не. А что там? А вот покажи. Вот это-то? Нет. Нет, не тут. А это фиолетовое, это ну, да, понятно. Рядок не фиолетовый, да? Не надо, да. Ух ты, дождик, да, накапал. А то мне пока не капал. Не, вот я на камеру смотрю, на стекло тут несколько капель. Портится погода. Вон еще серая. Но она острая. Грибы, надо. Грибы. Вот эти грибы, кстати, сегодняшние, надо очень много раз. По каналу охота, да, везде. Не меньше 5 раз. Не первый раз здесь будем проезжать. О, начинается дождик. Прям конкретный. Я еду, прям по мне барабанит, по куртке. Дождь.
А вот этого не было. Этой просеки. Вот уже дорогу слышно. И видно. Практически шоссе получилось. Вначале тут песок. У тебя там какая-то ветка. Задним слева.